Добрый вечер. Вот очередная посылка из Москвы. Будем вскрывать, смотреть, что это такое, что там. Заказывал я в комиссионном магазине в Москве. Купец называется магазин. Колонки. Посмотрим. Thank you.
еще две. Опа. Еще две штуки. Опа. И последнее. Вот. Ну вот, распаковочка закончена. Акустические колонки Sound Pro, компания Sound Pro SC300, 8 Ом от 30 до 100 Ватт. Импеданс 8 Ом, 8-омные. Вот такие вот я заказал из Москвы. Комиссионный магазин, называется он Купец. Так что пока все хорошо. По косметике на 5 с маленьким-маленьким минусом. Вот. По технической части пока сказать ничего не могу. Но в общем-то я пока доволен. Включу, будет видно уже, как они звучат. Самое интересное, что в Ютубе, в интернете обзоров нету, только лишь вот один обзор есть по звуку. Это вот из Питера. Товарищ один по имени Олег. Вот. Он как бы продавал такие колонки. Ну и, в принципе, по звучанию звучали вполне достойно. Я хочу сказать, что я вот увидел их на сайте магазина, думаю, дай-ка возьму. Вроде как и недорого. И вид у них такой довольно-таки приличный. Поэтому следующий обзор уже будет идти на, ну, по технической части, так сказать, звуковой. Ну а пока вот распаковочка. 4 колонки Sound Pro SC300. Спасибо за обзор.